Мій ранок починається з дощу. Дощ сіється такий вже з ночі. І сирени. Зараз рано. Дощ і сирени. Добрий ранок всім. Ну, якщо він добрий, звісно. Ой, бо коли він починається з сирени, то він не дуже добрий. У нас ще так більш-менш, а люди, які в прифронтових зонах, там геть гарячі. Ой, щас рано, скільки щас? Без 10:08. У мене просто сьогодні клієнтка на 8:30. Ну, уже немножко виднее как-то стало, то так было сумрачно, дождь такой, ну, дождик и сейчас есть небольшой, может, пройдет, вот, на улице. Я сегодня допила уже свою банку коллагена, вот, утречком встала, коллаген выпила, заварила себе опять же этот чаечек от давления. Вот, и теперь у меня вместо утреннего кофе у меня чай от давления. Ну, не знаю, что сказать. Ну, в принципе, что еще? Еще рано что-то говорить, потому что я еще даже пачку чая не выпила. Так что пока что-то рано говорить о том, помогает, не помогает. Не знаю. Не знаю. У меня сегодня с утра только одна девочка. И все. И потом пойду родителей колоть. А потом дальше мои планы будут зависеть от погоды. Посмотрим, какая погода. Я уже думаю, может, у меня дело в том, что я же хотела челку сегодня постричь. И у меня девочка моя, у которой я стригусь, она же в центре работает. Вот. А тут у меня рядышком есть парикмахерская. Я уже думаю, может, чтобы аж туда не переться, подождю. Там может сюда просто зайти, здесь постричь челочку. Может, не испортят. Вот. Ну, не знаю, короче. Ну, посмотрю, в общем, как будет погода. Если погода выяснится, если дождя не будет, то схожу. Вот. А если будет дождь, то посмотрю. То будем дома борщ варить. Так что вот так. А сейчас я иду пить чаечек. С добрым утром. Я бегу уже к родителям. Короче, все планы у нас меняются очень быстро. Но сегодня так свежо на улице. Позвонила Алена, мы сегодня с ней собирались встретиться в центре в обед, попить кофе где-то. А тут она звонит и мне говорит: мама, ну что, готова поменять планы? Вот. Короче, зять увидел, что у нас вот дождь закончился, распогодилась немножко, его рвет, хочет в лес по грибы. Говорит, хочешь? Я говорю, конечно, хочу. Главное до 5 вернуться. И поэтому я уже сразу вот с корзиной. И бегу к родителям, сейчас папу уколю, вот, и уже тогда буду ждать Сашу. Саша заедет, меня заберет, поедем на разведку за грибами. О, сегодня, может, надо было что-то теплее одеть, а то я так что-то подумала, что здесь совсем тепло, а тут как-то и ветер такой сегодня. Ух, ветруган. И хотя видите, какая погода. О, что-то уже капает. Боже, я даже и зонтик не брала. Видите, какие и тучи. И оно вроде только что и солнышко было. Но небо затянуто вот там только вон. О. Там вот нормально, а сюда вот натягивает. Ого. Эге, поэт, аж сюда ко мне слышно. Ой. Вот так вот, не знаю. Уже что-то накрапывает.
Мы уже приехали в лес. И смотрите, вот это вот таких грибов тут тьма тьмущая. Тут прям целыми полянами. Но я их не знаю, что вот это за грибы. Вот, они похожи... Вот. Они похожи на маслянка. Такие тут, видите? То ли они как-то козлята или как называются. Но их здесь никто не берет. Вот, и тут их целыми плантациями. Ну, пока... Больше ничего другого не вижу. Вот перерыто все тут уже. Говорится, были люди. Были люди, грибы искали. О. Вон срезанная ножка. Короче, вон мухоморы красивые стоят. Если что-то найду, покажу. Смотрите, мой беленький первый грибочек. Какой красавчик. О, какая красотулечка. Во, первый грибочек мой есть. И среди кучи всяких поганок. Смотрите. Среди поганок, по-моему, же это он. По-моему, уже этот красавчик такой. Оп. Да. Это он. Это красавчик. Но грибов не так, чтобы много. Но есть. Смотрите, какие красивые мухоморы. Какие красивенные, боже, прям как нарисованная картинка. Вообще красавчики, вон маленький. Всегда говорят, возле мухоморов белые, но они тут и были белые. Потому что я вот только нахожу, видно, мы просто выехали поздно, уже начало первого. А вот смотрите только, ножка срезанная, вот, ножка срезанная. Вот. Как бы люди уже были тут. Уже люди были. Поэтому, конечно, уже людей очень много в лесу. Машин много. Много всяких вот таких мухоморчиков. Вот все перерыто. Вот горбочек. Но тут мухоморчик лезет под этим горбочком. Видите? Горбочки разрываем, а там не белые, вообще не белые, одни поганки. Вот так вот. Надо то ли вглубь идти, где их искать, эти белые. Вот, все перерыто. Вот видите, все перерыто. Ого, яма такая. О, тоже. Не так-то и легко. Сейчас все уехали, поехали в лес. Не так-то и легко сейчас искать грибы. В всяком случае у нас. Вот тоже все перерыто. Это так, на удачу. Вдруг где-то кто-то не заметил, вот так вот, вот где-то один и попадется грибочек. Стою я такая, смотрю, боже, думаю, какой красивый тоже мухоморчик. Смотрите, когда тоже вот как в сказочке стоит такой мухоморчик. А потом такая опускаю глазки, а тут такой вот еще красавчик тоже как в сказке стоит. Боже, ужас, что здесь творится? В лесу как будто бы зона боевых. Кошмар. Как будто бы зона боевых действий. Взрывы взрываются. Самолеты летают. Кошмар. Так, все. Этот красавчик. Один. Больше нет. О, какой же ж красавец. О.
Красавчик. Где-то мой уже и зять потерялся, и сваха моя потерялась. Не знаю, где я. Сама, короче, в лесу. Вышла тут такая поляна. Посмотрите, поляна мухоморов какая. Шикарная. Сколько их тут. Много-много, и говорят, белые грибы. Где белые грибы? Нема белых грибов. Хотя вот были шляпки, видите, все обрезано. Да, ну у меня уже немножко есть, как бы. Ну, белых всего 4, а то эти маслючки. Ну, я маслючки тоже беру, они хорошие грибочки. Короче, хожу. Людей очень много в лесу. Прям очень много. Так, надо возвращаться, а то я перешла в другой лес, а тут вообще ничего нету, кроме мухоморов. Что-то. Надо возвращаться туда, где я была. Я обычно в лесу не блужусь. Вот, ну, ой, пролажу под ветками. Но стараюсь так, чтобы... О, смотри, какие мухоморы. Но стараюсь, чтобы хоть не теряться. Я все время зятя видела. А потом как-то он где-то делся. Здоровенные какие. О, какие красивые, большие. А, мухоморов куча. Так, не знаю я. Вот что за горбик, шишка. А тут перерыто все, видите, уже все перерыто кругом. Короче, да, вон ножки лежат. Вот беленькая ножка. Видите, обрезанная. Значит, вот грибочки были. Уже все собрано. Уже не знаешь, куда пойти. Вот 4 нашла, наверное, тех, кто вдруг нечаянно пропустили. Нечаянно пропустили. Найти бы полянку такую. Штук 50. Тут уже и без меня нашли. Да, в лес надо ехать утром. Мы поздно приехали. Горбочек. Вот что под горбочком? Поганка. Этих поганок тут миллион. Они еще, знаете, вот эти поганки, они на себя отвлекают внимание. Смотришь, а это... Поганка. Ну ничего, хоть может на жареху насобираются грибочков. Зато прогуляюсь по лесу, подышу свежим воздухом. Это что же хорошо? Это просто замечательно. Подышать свежим воздухом. Ой, ну хочется еще и грибов. Вот такая у нас вылазка сьогодні. Тихе полювання. Тихе полювання. Не скажу, що воно тихе. Бо тут ідуть, я же говорю, учення ідуть. А, і да. Хто там мені писав? Ой, що ви кажете, що гепе? Хіба можна? Ну я же не здаю дислокації, де я нахожусь і все. А грохоче зараз у нас по всій Україні. Так что пусть учатся. Так, где же мне зятя искать? Машина где-то туда приблизительно. Я обычно, я же говорю, я не блужу обычно в лесу, но всегда я хожу с кем-то. Я как бы сама вот так еще и не ходила. Сейчас надо попробовать. Вот тут тоже все перерыто. Надо попробовать набрать, а вдруг связь есть. Я же говорю, что я не блужу. Вот, вышла прямо к машине. И, оказывается, я тут недалеко и ушла. Вот прямой. Грибів нема. Перерыто все. Ой, зятю позвонила, они тоже где-то здесь. Сейчас буду их звать.
Нашла вот такой здоровый и огромный. Он даже не червивый. Маслюк тяжелый такой. Ну, он старый. Он невкусный, я такие не люблю. Я его оставлю тут. Переехали на новое место. Ну, все кругом перерыто. Все кругом. Вот столько у меня уже грибочков белых и маслючков немножко. Там с десяток белых. Все кругом перерыто. Кругом только срезанные ножки. Вот, грибов маловато. Не так, как, знаете, у Фейсбук выставляют куча грибов. Да эти люди их шукают. Вот. Места, наверное, надо знать. Тут тоже людей много ходит. Ходит много. Мы уже переехали дальше. Вот это что за гриб? Вот это свинушки какие-то. Че волнушки, че свинушки. Таких очень много. Вот я знаю, что они тоже то ли условно съедобные. Их солят. Вот их тут много. Вот таких вот. Я же говорю, то ли свинушки, то ли волнушки какие-то. Вот, но мы такие не берем. Грибы. Грибы, грибы. Ну тут что-то в этом лесу вообще мало. Я тут, мы переехали на новое место, то я только два штучки нашла и все. Вот, куча грибов. Было бы это все белое, было бы супер. А так ничего нема. Одни всякие поганки. Так, это я зашла уже лиственный лес. Надо отсюда выходить. Так не будет вообще. Так тут даже и маслюков нету. Там хоть маслята были немножко. Тут и маслят нету. Надо отсюда выходить. Уже 4:30 вечера. Мы до сих пор в лесу. До сих пор ищем грибы. Короче, мы уже тут поменяли 3 места дислокации. Вот. Ну, у меня вот это уже вторая, как бы, вторая часть. Уже одну часть я оставила, чтобы не тяжело носиться. Ну, конечно, не все белые. И я набрала много маслят. Ну, короче, я вам скажу, что, боже, кругом машины. Вон, видите, вот беленькая, только приехали, люди тоже переехали, видно, с места на место. Поэтому у грибов тут шанса нет вырасти. Просто-напросто ходишь, вот буквально одни только срезанные ноги, срезанные ноги, срезанные ноги. И вот это только там вот выбираешь, вот где еще, знаете, вот где какой горбочек, где он не успел еще вылезти. А так, конечно, все грибы тут подчистую. Грибов много, да, было бы, но и людей очень много. И вот уже сереет, темнеет, уже 4:30. Да уже будем скоро ехать домой. Это мы уже как бы тоже на выезд, уже на выезд из леса тоже решили остановиться, как бы вот еще тут походить немножко. И будем скоро ехать. Вот у меня во второй части, тут у меня в основном польский гриб уже и белый. А в той части первой, что я оставила в машине, там много маслят. Я тоже их брала. Они все прекрасные. Нигде никто не, не этот. Не... Вот это же, видите, как запрятался. А это ж поганка. Маслятки все хорошие, ни червивых, ни... вообще грибы все чистенькие. Нету червивых, вообще нету. Нема там ничего. Все бугорочки, тут уже все перекопано, знаете, вроде тут стадо этих диких вепрей промчалось. Все перекопано. Вот видите, вот ножка срезанная, вот валяется уже, вот. И вот уже, видите, валяется грибочек. А он не грибочек. Ну, в смысле, грибочек, только не полезный. Очень много, я же говорю, грибов поганок вот этих очень много. И прям они вот очень отвлекают внимание. Если бы стояли только беленькие, и все, и польские, было бы прекрасно. Вот, вот так вот это ходишь, 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 ходишь. Ходишь, бродишь, бродишь, ходишь. Это уже который час мы так бродим, ходим.
Ну, мы, правда, приехали после 12. У нас же с утра дождь был. Вот так. Я такая уже хожу. Я говорю, божечки, дай мне такого найти большого, красивого гриба, чтобы снять было что. А потом сама себе думает, да, после такого количества... смотрите! Иду и вот увидела. Смотрите, какая прелесть! О, какой красивенький! О, какой красавчик! Ну вот это ж так, ходишь, пока вот это где-то одного и увидишь. Вот, и смотришь тут вот эти грибы. Ну вы знаете, как-то вот нету такого, чтобы вот грибница, да, и была тут, было тут вот несколько штучек. Вот уже проверяешь потом все бугорки, а там ничего нету. Вот. В основном... О, смотрите, еще один. Боже, это тут никто не проходил. Он, правда, какой-то вот... А, его поели. Вот шляпа отпала. Ну, шляпка хорошая. Ножка хорошая. Вот. Чистенькое, все прекрасно. Видите, вообще ни червивые, ни грамочки. Надо тут покрутиться на этом месте. Что-то тут, видно, пропустили грибники сегодня. Ну, а как пропустили? Вот все перекопано. Вот, ну, два грибочка. Вот видите, я пока с вами болтаю и сразу нашла два грибочка. Уже вроде бы и нету. Нет, все уже перекопано. Перекопано, перерыто. Ну, вот так вот и хожу. Спасибо, божечки, что ты мне дал два грибочка еще найти. Может, еще даст. Короче, хожу дальше. А, тьфу, я думала, еще один, а это поганка. А это поганка, уже обрадовалась. Так, а это что за горбочек? Ага, смотрите, беляшики. Какие красивые. Два вместе. О, какие красавчики. А можно же было пройти мимо, просто бугорочек. Жиру надо на этом месте покрутиться. Вот. Обрезала их. Вот такие красавчики. Так, а что тут еще за горбочек? Надо еще тут посмотреть. Что тут за горбочек? Нет, это поганки. Это поганки. Не тот горбочек. Ну, вот так. Вот так и хожу. Я же уже темно уже в лесу. Уже и солнце, то солнце просвечивалось, а то уже и солнца нету. Уже и солнышка нету. А, это что, нет, поганка. Вот уже темно, плохо видно грибы. Какие. И оптический обман зрения. Вот таких вот много. Вот эти козлята, или как они называются. Вот так, что вот так. Все, буду дальше ходить еще. Я уже приехала домой, и время 18:38. Вот это мы нагребничились. Ну, вот мой, так сказать, улов. Вот корзинка. Ну, это ж тут и белые. Смотрите, какой, да, красавчик. И белые тут, и маслючки. Сейчас я их все переберу. И взвешу. Я еще и, по-моему, в машине забыла селфи-палку свою. Короче, где-то нету. Не знаю, где она. Вроде в сумочку ложила. Нема. Не знаю.
с руки снимаю. Ой, и теперь мне вот это еще сегодня надо все это хотя бы перечистить, перемыть и хотя бы раз проварить. Ой. Короче, буду приступать к работе. Все, я уже грибочки перебрала. Это у меня такая миска получилась. Это чисто белые. И это вот всякие тут маслята и польские здесь. Вот тут и польские, вот, ой, отломилась. Ну вот, польский грибочек. И маслючки тут всякие разные. Вот польский красивый такой. А это чисто беленькие вот такие красавчики тоже. Вот такие. Вот какой красавчик тоже чисто белый. Вот это самый большой, наверное, из всех, какой я сегодня нашла. Красивый. Я сейчас, наверное, быстренько покушаю, пока хоть не так поздно еще поужинаю что-то. И потом... У меня еще сегодня должна девочка прийти одна на ремонт ногтика. И вот уже, наверное, она должна скоро быть. И потом, как засяду я эти грибы чистить, это долго и нудно. Так что она сегодня, вот такая у меня сегодня была тихая охота, да, тихое полювание. Вот, опять же, планы, видите, как кардинально поменялись. Думала одно будет, а получилось совсем другое. Фасоль намоченная стоит. Вот, я даже и не знаю, может поставить ее хоть проварить, а то она еще прорастет у меня там. Вот, завтра буду работать целый день. Ну, вот так вот. Ой, так что на сегодня с вами все. Буду прощаться. Всем пока-пока. Если еще поедем, буду снимать. Ну, а вообще, конечно, вы знаете, хоть и такая усталость, вот, да, но посмотрела, в принципе, там почти 8 километров находила я по лесу. Вот, ну, приятная усталость такая, и отдохнула, и надышалась свежим воздухом. Вообще, это лес хорошо. Вот, так что всем пока-пока. Всем спокойной ночи. И всего хорошего.